Деятельность счетных палат в Ненецком округе больше не будет ограничена участком работы. В регионе создан совет контрольно-счетных органов. Ожидается, что это позволит им функционировать как единому механизму, а не делить между собой отдельно взятые бюджеты. Теперь, если при проверке расходов окружного бюджета контрольно-счетная палата выявляет нарушения, скажем, в Заполярном районе, специалисты могут сообщить об этом в муниципальную счетную палату. Раньше такого механизма не было, и контроль финансов приходилось осуществлять фактически дважды. По мнению вице-спикера окружного собрания Анатолия Мяндина, свободный обмен информацией особенно важен именно сейчас, при сложном бюджете. Вы знаете, что у нас окружной бюджет на следующий год принят с предельным дефицитом. Поэтому вот такая связка, да, округ, район, город, как связка бюджетов, так и связка контролирующих органов, она, конечно, сегодня необходима и очень важна.